Hello, Sampa Downs, и сегодня я вам продемонстрирую свой автомобиль Toyota Supra, a.k.a. Jester, a.k.a. когда-то была в хорошем состоянии. И была бы сейчас, если бы не одно маленькое но. Мой дом на Респирифе. Интересный факт. В далеком 1945 году британские ученые из Житомирского университета From the Kizaton City установили, что при нажатии педали газа на автомобиле Toyota Supra она двигается вперед. Заставляет задуматься. К слову, мы провели социальный опрос среди разных слоев общества нашего штата. И в ходе данного исследования мы выяснили, что Toyota Supra является уникальнейшим автомобилем из всех. Ведь она нравится практически каждому, в чем вы сейчас, собственно, и убедитесь. Ну что, убедились? То-то же. Но этот автомобиль явно не для слабонервных. Взять хотя бы Макса Альмейду. Он, после того, как увидел этот автомобиль, просто впал в кому. Не верите? Смотрите. Как бы это прискорбно ни звучало, подходит к концу наш великолепный обзор на Toyota Supra, первый и единственный в истории человечества, на лучший автомобиль в Сампе, я напоминаю. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки мне везде, и на форуме в том числе, а то, сука, лайка мало, а лайки надо. Подписывайтесь на канал или... Идите нахуй! А, да, можете еще до титров досмотреть, там тоже еще смешно будет, плюс, да, все, просто будет смешно. Угу. Бля. Не, давай заново.